Ух ты! Смотрите, здесь вот эта грядочка еще. Грибов просто завались. Привет, друзья, меня зовут Николай, давненько меня не было, и, конечно же, все потому, что было очень много домашних дел. Но сейчас начались грибочки, конечно же, по Крыму практически везде засуха, но есть одно местечко, где можно набрать маслят, и довольно-таки много. Я, конечно же, приехал, проверил, убедился, и теперь посмотрим, как весь процесс у меня проходил. Вот так вот примерно выглядит дорога. Ехать возможно на любой машине сюда. Ну а я, естественно, с утра пораньше приехал. Еще солнце даже не вышло из-за сосен. Не видать. Так, кто-то уже едет в лес за маслятами. Я решил остановиться вот здесь прямо перед подъемом в горы. Есть такой молодой шикарный лесок. Хочу здесь посмотреть и поеду дальше. Естественно, все на протяжении видео я вам расскажу, что да как и где тут что встречается. Я уже приехал наверх. Теперь здесь мы и походим. Посмотрим. Тут такие сосновые пучки, можно сказать, насажены. Поэтому сейчас мы походим и поищем. Кстати, первый гриб я уже нашел. Давайте посмотрим на съедобность. А на съедобность он нам годится. Он без живности, молоденький, маленький. Кстати, он сухой сверху, влаги мало. Кстати, так как я рано приехал, здесь росы очень много. Вот они здесь были, их здесь собирали. Значит, я в правильном направлении. Сейчас мы их все и понаходим. Я, кстати, приехал это на караби. Как бы это странно ни звучало, на Долгоруковке ничего нету. Я там был, вообще ничего не нашел. Поэтому приехал в эти окрестности посмотреть здесь. Ну и, как всегда, здесь можно встретить целые стада коров, лошадок здесь. Они сегодня здесь все в куче. Грибников, конечно же, здесь достаточно. Здрасте. Еще не знаю, только приехал. Ну что, друзья, немного походив вначале, я понял, что там уже прошло очень много людей. Я проехал немного дальше. И здесь, как оказалось, побольше сосен. И, естественно, здесь уже побольше начало попадаться нам грибочков. Так. Вот такой красавчик вообще. Кстати, вот сейчас размерчик такой встречается, что очень хорошо его мариновать. И я осенние маслята люблю больше, чем которые могут попадаться летом или весной. Кстати, этот год у нас был не особо и грибной. Я выискиваю в основном возле вот таких вот одиночных сосен. Их можно поискать. Кстати, вот еще грибники какие-то поехали. Так что здесь точно грибы сегодня я найду. Вот, друзья, видите, одиночные такие стоят сосны. И под ними как раз маленькие только лезут маслята. Вот здесь уже такие они более-менее сопливенькие. Значит, молодые лезут. Значит, здесь еще будет грибов довольно-таки много. Когда я ехал по Тавриде, получается, то там был кое-где туман и легкий приморозок. А это только плюс тому, что будут еще здесь попадаться грибочки и расти. Естественно, здесь в горах роса очень даже хорошая. Друзья, здесь кизила полно попадается. Вот такие вроде бы небольшие кустики, но налеплено здесь его очень много. Я не удержался и решил себе тоже нарвать. Я все хожу здесь, никак не могу отсюда уехать. И здесь попадаются даже вот такие, друзья, шикарные пучки маслят. Вы только посмотрите. Ну, естественно, и по одному размерчик. Конечно же, здесь уже прошло людей немало. Здесь такие вытоптаны тропинки. Но преимущество в том, в данный момент, вот здесь поблизости собирать, то, что здесь именно маленький размерчик для мариновки. Я думаю, если поехать дальше, то, естественно, они будут попадаться и крупные. Ну, нам, естественно, надо маленькие. Ох ты какой! Сразу
Сразу, друзья, пучочек грибов. Вот такие вот они красавчики. Вот если так рассмотреть, очень молодые, без живности. Ну, осенние почти всегда они без живности. Они когда большие, только с живностью со всякой. И мы их сейчас с вами пособираем. Грибники едут и едут сюда. Но грибов, я говорю, хватит всем. Тем более, кто ищет, тот обязательно их найдет. Так, друзья, смотрите, они здесь прям, если вот так вот, понадсоснами растут. И здесь я еще что нашел? Походу, шампиньончик. Ай. Червивый, к сожалению. Ну и вот они еще здесь. Целая грядочка, друзья. Все, я уже понял. О, они в траве, их практически не видно. Надо вот эту траву разгребать, видите? И они здесь хорошо попадаются. Возможно, даже я очень много пропустил. Сейчас заново пройдусь. Ой, хороший какой, толстый, крепкий. Богатые грибы, друзья. Сейчас идут. Так что продолжаем наши сборы, как обычно. В конце видео вы увидите мой результат по сборам. Может, кого-нибудь еще из грибников встречу. Посмотрим, что у них. Потому что сегодня что-то много людей едет. Ой, красота, просто красота. Все. Продолжаю здесь исследовать местность. И здесь вот в такой траве они просто зарыты, спрятаны. Да, чтобы маленькие найти, надо постараться. Ну, естественно, они хорошие. Это не может не радовать. Так, что у нас уже, друзья? В ведре красота добавляется. А здесь потихоньку они собираются. Ну и вот, друзья, хорошая грядочка. Вот, смотрите. Они вот в такой траве здесь спрятались. Здесь очень такая довольно добротная грядка. Смотрите, как. Давайте, кстати, проверим большой на живность. Просто интересно. А он-то хороший. Большие тоже, друзья, хорошие попадаются. Значит, сюда уже можно смело приезжать за грибами, несмотря на то, что здесь много грибников. Грибочков хватит всем, так как здесь необхоженных лесов очень много. Но мы сегодня часть их, естественно, обходим. А вот, кстати, друзья, кто думает, что уже все грибы пособирали, вот здесь, видите, старые срезы, и здесь рядышком растут молоденькие и хорошие грибочки. Вот они. То есть они еще будут здесь встречаться и встречаться. Надо успевать. Так как в Симферопольском районе я практически ничего не находил в последнее время. Ничего. А вот, смотрите, они вот тут дальше кто-то срезал, бросил. Ну, они здесь есть, скажем так. Ну, конечно же, природа нас окружает. Богатенная. А я нашел еще одну богатеннейшую поляночку. Смотрите, какие здесь толстенькие, красивые грибочки. Ох, красота какая. И здесь их целая такая грядочка. Это вообще двойной красавчик. Там еще. О, здесь я нарвался, очень хорошая поляночка. Сейчас мы их и пособираем. Ну, нормально, друзья. Без грибов я сегодня уже не буду. Я думаю, и все грибники, которые сюда приезжают, тоже с грибами. Большие и хорошие. Просто обалдеть можно. Сказка для грибника. Все, вот так вот мы их сейчас и будем накашивать. Итак, мы продолжаем. Поляночка за поляночкой. Здесь уже такой, можно сказать, пучок леса. И здесь, в этом пучке леса, смотрите, какая красотища растет. Красиво? Молочко еще от маслята. Красиво. Хорошие грядочки. Еще чуть дальше продвинулся. Так что сильно по краю, в начале, при въезде, там уже... Ну, собрано там единичные случаи. А чуть дальше уже вот такие вот
шикарные поляны попадаются. Раз, два, глядишь, и что-то надергал. Ух, ребятки, вот эта грядочка еще. Да, я вам так скажу, грибов просто завались. Вы посмотрите только сколько. Учитывая, какая засуха была это все время, и здесь такой урожай маслят. Просто обалдеть. Сейчас мы их все проверим. Он хорошенький, красивенький, молоденький. Ой, они маринованные, жареные. Да, в любом приготовлении очень вкусные и съедобные грибочки. Ребятки, уже почти полная ведерка. Именно маленькие, отборные. Посмотрите, что происходит. Роса, видите, мокро здесь. И как раз вот здесь их просто завались. Это я все вот здесь в леске кручусь. И все хорошо. Так что грибы здесь есть. Можете приезжать, конечно, сильно не оттягивайте с этим мероприятием. Здесь, ух ты, смотрите, здесь... По-любому, может, смотрите туда дальше. Там они идут и идут. В кустах, под кустами. Просто завались их здесь. Вот на какой машинке можно подняться на короби. Только если осторожно. И нашел парочку грибочков. Шампиньончики. О, этот подойдет нам. А этот тоже нам подойдет. Отлично. До картохи молоденьких поджарить будет хорошо. Хотя с маслятами картошечка была бы вкуснее. Уже ведерко есть, можно идти за вторым. Ну что, друзья, здесь у нас еще попадаются зонтики. Ну, так как я не любитель их, вообще-то я их и не пробовал, если честно. Но они здесь есть. Это у нас один. А вот мы идем ко второму. Вот еще один. Здоровые, красивые зонтики. Ну, я сегодня по маслятам, друзья. Это я уже переехал в другой, в такой лесок. И здесь хожу. Конечно же, людей пробежало очень много. У меня потихоньку добавляется. Как вы поняли, это уже... Следующая ведерко у нас наполняется. Ну, процесс потихонечку идет. Ну что, друзья, я сейчас переехал уже в такой лесок. Вот здесь прогулялся. Природа здесь выглядит вот таким вот образом. Грибы есть везде. Куда я в сосновый лесок не заезжал, они были везде. И вдоль маленьких пучочков, и в больших сосновых рощах. Ну, вот в таких вот, видите, в густых. Там везде, где есть просвет, везде, где падает роса, везде есть грибочки. Я решил, естественно, сейчас попить кофейку. Водичка уже закипела. Ну вот, друзья, кофеек на природе. Просто красота. Ну что, друзья, вот такая вот здесь окружает нас природа, красота. Вот такой вот у меня сегодня улов. Совсем чуть-чуть, 6 ведерок я набрал, и на этом хватит. Я просто уже подустал немного, мне еще в Симферополь ехать, так что мне на сегодня хватит. Грибов, конечно же, в лесу завались. Если кто-то будет сюда ехать, сразу дам вам рекомендацию. Внизу, который сосновый лес, вы увидите, даже не останавливайтесь, потому что там ничего нет. Я там ходил, потратил лишних 1,5 часа времени, этого делать не нужно. Поэтому сразу поднимайтесь наверх. Куда-нибудь заезжайте в лес и высматривайте себе полянки, грибочки. Друзья, вот столько вот. Все, как вы видите, хорошие, не червивые. Идеальные для мариновочки, для жарки с картошечкой. Ну, вообще, просто вкуснятина. Ну, и 2 шампиньончика мне попалось. Вот такая вот красота. Ну что, друзья, результатом, конечно же, я очень доволен. Грибов набрал просто навалом. Их здесь немерено. Просто пришлось отсюда быстренько-быстренько уезжать. Их здесь еще можно собирать и собирать. Грибники тоже, которые здесь проезжают, приезжают, уезжают. Все довольны, все с грибами. Все у всех хорошо. Так что здесь грибов просто навалом. Так что, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. И, друзья, всем добра и мира. И до новых встреч в новых видео. Всем пока!